Я работаю с 2016 года, два года как мэр, но до этого был заместителем главы города Кемерово 6 лет. Нет, в этот период, когда было выдано разрешение, я работал главой муниципального Кемеровского района. То есть я работал заместителем мэра, был главой отдельного муниципального района и затем вернулся в город. В этот период было в 2014 году выдано разрешение на вот эксплуатацию той очереди, где произошла трагедия. Два года не проверяли ничего. Да, я тоже хотел спросить. Проверки не проводится? Два года не проводили проверку. Владимир Владимирович, проводилась проверка. Госпожнадзором были выданы... В 16 году? Да, были выданы. 16, сейчас 18. Были выданы подписания, и затем был объект перепродан. Почему здесь перепродан? Безопасность должна быть обеспечена. Продан или перепродан? Какая разница? Безопасность должна быть обеспечена. Правильно? Какая разница, кто собственник? Служба должна работать, обеспечивать безопасность. Где? Владимир Владимирович, прошу прощения, вот там, знаете, даже в здании еще до момента пожара, то есть получается, что из него выйти было проблемно. То есть, скажем так, узкие проходы, малое количество окон, и то есть, собственно, люди просто оказались в ловушке. Я сейчас был в больнице, ночью разговаривал с одним из пожарных, который где спас. Он сказал то же самое. В таких зданиях вообще не было. Вот он, человек, который занимался, сам в больнице оказался, не дышался угарным. Конечно, значительная трагедия.